Друзья, мир всем! Сегодня у нас необычное дело будет, связано со свиньями, но сейчас мы поедем. Я хотел немножко наперед зайти, заглянуть на эту тему с человеческой стороны. Вот у людей, ну, особенно у верующих, да, вопрос спасения души, он стоит на первом месте. То есть спасение души, там, достижение Царства Небесного, то есть как одно и то же по-разному называется. Второй по жизни, по важности в жизни вопрос, это вопрос женитьбы. Ну, кто-то там еще говорит посвящение, ну, я считаю, все-таки женитьбы, вопрос женитьбы. Почему? Потому что тот, кого ты выберешь спутники жизни, вот, я хочу подчеркнуть это слово, грандиозно повлияет на твою дальнейшую жизнь. Просто грандиозно. То есть твой муж или твоя жена, как Христос сказал, будут двое одной плотью, то есть это будет твоя половина потом, вот, и тут уже никуда не денешься. Поэтому это очень важный вопрос второй жизни. Что касается животных, души у них нету, душа написана, ну, такой, как у людей, в смысле. Бог сказал, что душа животного в крови. Ну, вот, и вопросом женитьбы и размножения, естественно, занимается хозяин. Вот, их это, собственно, не волнует, у них инстинкты. Так вот, подходим к самому главному, с чего я начинал. Значит, в нашем хозяйстве нужен хряк для продолжения рода. Собственно, ну, как и везде, там, у коз козел нужен, у коров бык нужен. Вот, поэтому сейчас мы едем за хряком, мы договорились, соседнюю деревню. Вот, и тоже любое дело, конечно, надо все с молитвой делать. Все, мы помолились, Господи, благослови, чтобы нас не обманули, чтобы животное было хорошее, чтобы довести нам его благополучно, чтобы ничего не случилось. Вот, ну, все, надеемся, все будет хорошо, поэтому выдвигаемся.
купили кряка. Вон какой хозяйственный. А то чушки есть, а хряка не было. По размеру ну, нормальный, подходящий. Вот так вот, слава богу. Все, он тут порядок сейчас наведет. Да?